Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И сегодня у нас с вами будет распаковка обзора, также тестирования. Кто впервые на моем канале и еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Вот такой мне сегодня пришел крутой набор. Давайте откроем вместе, посмотрим. Немножко пошуршим. Пакет продавец упаковал, доставка очень быстрая с магазина, где-то 3,5 недели. Итак, давайте посмотрим. Визитку от магазина продавец положил. Вот тут указано, как работать с пластинами. Так, вам поднесу поближе. Вот такие дизайны интересные. И вот что тут написано. Хороший, крутой наборчик. Давайте посмотрим его поближе. Так, в набор идет 2 штампа. Стемпинг все больше и больше набирает популярности, как мы все знаем, так как дизайны получаются очень быстро. Так, вот такой скребок. Тут 2 в одном получается, и скребок, и пластина. Красивые тут такие узоры, венделечки, завиточки, цветочки. Штампик небольшой, такой, если сравнить эти 2 штампа. Небольшой. Хороший обзор штампа, липкий, но мы сегодня его с вами протестируем, как без этого. Главное, что идет защитным колпачком, как бы не липнет, что не надо к нему. Дальше, следующий штампик, это, ну я такие пластиковые не люблю, скребочки я люблю, тоненький от Борпритти у меня есть и от Beauty Big Bang. Так, вот такой у меня подобный есть штампик от Борпритти, липкий. Так, сейчас мы откроем. Вот, открыла. Такой цвет. Маленький такой. Я вам сейчас покажу, который у меня есть от Борпритти. Вот в таком золотом цвете. Тут надписи есть Борпритти. Хороший штампик, липкий. Ну и посмотрим, как этот будет работать. Так. Набором всегда бюджетные получается покупать. Идет защитная вот эта штучка, это уже плюс. Да, еще в наборе есть вот такая подставка под пластины, так как они маленькие, чтобы не тяжело было держать и делать отпечаток. Вот такая подставка. Это впервые я такие подставки вижу в наборе, но это плюс, девчонки. Мы сегодня ее также проверим. Дальше идет холдер маленький к этим пластинам, чтобы сразу же и тут эти пластины хранить. Так, сейчас посчитаем. Да, тут есть как раз на 30 пластин. Вот такой холдер, красивый яркий цвет, плотный такой, как раз к этим пластинам. И давайте посмотрим пластины. Тут идет номер JQ1 и к 30. Тут получается набор из 30 пластин. У меня маленьких пластин очень мало, так что будет у меня уже коллекция большая. Так, вот такие диски, они идут белой подложки, как бы
тоненькие, можно порезаться, так что осторожно. Плюс, что есть вот такая подставка под эти пластины. Вот так положили, и уже можно работать. Пальчиком отодвинули, и можно собрать пластину. Удобно. Давайте начнем по-быстрому. Ну и, конечно, мы с вами протестируем. Классные, красивые цветочки. Вот эти такие интересные. Все соответствует описанию, что заявляет продавец, то и мне и пришло. Этот классный сплошной. Следующие. Совушка, цветочки, бабочка. Конечно, наборчик хороший. Стараюсь показать, чтобы вам не отсвечивало. Это новогодняя пластина. Красивая девушка с платьем. Такая пластина у меня уже была. Она есть у меня. Это получается в наборе. Отдам дочке. У моей дочки также есть канал на YouTube. Ссылки на ее канал я также вам оставлю в описании под видео. Поддержите ее подпиской, мне будет очень приятно. Вам не сложно? Мне приятно. Дальше следующие 13. Этот классный рисунок. 14. Листья такие мелкие. Интересные. Да, это что-то под Египет тут есть. Фараон. 15. Дальше 16, павлин, девушка, совушка, даже есть огонь. Люблю такие рисунки. У меня есть наклейки подобные. Дальше 17. Восемнадцать. Кружева. Красиво, да? И так мы с вами все по-быстрому. Ракушка, звездочка. И еще один. Так, еще 10 получается. 20 мы уже просмотрели. Так, по-быстрому. И еще 10 у нас остается. Вот эта красивая зверюшками. Слон, зебра, волк. Зайчик. Так. Дальше 22. 23. 24. Цветочки. Дальше. Следующие. Такие мелкие. Красивые рисунки. Зонтик даже есть. И 30-я. Последняя. Это вот такие красивые тут точечки. Точечный дизайн. Последняя пластина. Так, давайте приступим к тестированию. Также мы с вами протестируем лаки для стемпинга с предыдущей распаковки The Joy. Кто не видел мою предыдущую распаковку, обязательно посмотрите. Там красивые, интересные товары были на обзоре. И еще я хочу я протестировать вот эту пластину также с предыдущей распаковочки. Так, давайте начнем.
сделаем вот эту такую зебру. Так, хорошо. И на гипс. Красиво получилось. Давайте возьмем серебро и сделаем вот этих животных. Все замечательно. И на типсу. Так, и еще. Рабочие лаки для снэмпинга также хорошо работают. Давайте еще протестируем. Так, я еще тут положу вот эту штучку, чтобы мне было удобнее. И давайте попробуем еще вот эти рисунки. Возьмем черный. Хорошо. Еще хочу сделать красным вот этого волка посередине. Или лучше его сделать черным все же. Давайте черным сделаем. Все замечательно, все хорошо, гравировка хорошая, девчонки, посмотрите. Да, маленький диск, но красивые узоры, номер 21. Также можно и отдельно купить эти диски, если поискать на AliExpress. Давайте еще белым сделаем. Так что мы все протестировали. Давайте больше штампы рабочие. Такая зебра. Птички сделаем так на голубом, и тут заяц, как-то так, фокус. И вот такие сочи у нас получились с пластинкой под номером 21. И вот эти узорчики. Так, давайте протестируем следующую пластинку. Возьму пластину под номером 04. Понравился мне вот этот узор. Можно сделать как бы узорчик под камень. Так, снимаем пленочку, как всегда, вместе с вами. Тут главное подцепить. Ложим эту штучку. И хочу сделать лаком Outboard Pretty. И сравним с The Joy. Ну, этот лак я разбавила жидкостью для лака, так как он был очень пустой. Он у меня старый. Сейчас посмотрим.
и сравним рисунки. И на гипс. Эти сделаем вот этим лаком. Рядышком рисунок, также белый. Может быть, и звездочки сделаем. Все хорошо. Да, конечно, это рисунки больше на короткие ноготочки, не полностью, если будут длинные, так как гипсы. Только на короткие хорошо подойдут. Эти звезды красивые. Вот такие сводчи у меня получились с пластинкой 0,4. Давайте дальше еще сделаем несколько. Хочу вот эту розу красным. Может получится взять остальные рисунки. Давайте, нет, сделаем вот этим маленьким штампиком. Так как он идет в наборе, может, кого-то из вас заинтересует этот набор. Давайте розочку сначала. Все отпечаталось. И на такую белую подложку сделаем. Все хорошо. Рисовать не надо. Это как бы экспресс-дизайн. Кто не умеет или нет времени для рисования. Так, почистила. Немножко задела. Вот этот рисунок камня. Хочу его отпечатать. Короче, гравировка пластин хорошая. И лаки для стемпинга The Joy плотные. Четкие получаются рисунки. Да, немножко надо было больше убрать, но я уже не хотела испачкать еще. Сейчас поменьше нанесу. Сделаю только вот этот рисунок. Отпечатаем на такую яркую гипс. Конечно, лишнее все это надо убрать. Сделать рисунок как жидкие камни. Красиво. Как жидкие камни сделать. Заполнить внутри. Тут я плохо отпечатала, так как возилась, и у меня уже просох немножко рисунок. Еще хочу сделать белым цветом. Быстро, чтобы все красиво отпечаталось. Замечательно. И на темный фон вот так. И вот такие сводчи у нас получились с пластинкой 0,4. Красивая розочка, такие узоры. И давайте с вами протестируем вот эту пластину с предыдущей распаковки. Так, давайте протестируем. Пластина под номером 56, Major Digit. Так, начну я с серебра. Гравировка хорошая. Штампик не почистила. Надо было больше
лака наносить. Красивый рисунок. Следующий давайте сделаем вот той, что рядышком. Побольше, да? Длинные рисунки хорошо подойдут на длинные ноготочки. Все уже испачкалось. Также красиво серебро смотрится вместе с зеленым. Давайте золото. Это у меня Т. Хочется все попробовать, так как рисунки классные. Давайте на голубой. Тоненькие линии хорошо отпечатались. Так, быстро работаем. Еще белым сейчас сделаю несколько узоров. Лаки для стемпинга Zenjoy хорошие, так что я вам их могу смело советовать, девчули. И давайте еще сделаем белым. Всегда люблю рисунки белым цветом. Вот эти два вместе сможем сделать. Штампик большой. Люблю этот штамп от... Да, все хорошо. Борт Литти. Давайте на вот такие разводы сделаем вот эти камни. И на красную типсу. Такой интересный узор. Давайте все вместе. Классная, девчонки, пластина. Интересные рисунки. Ну, конечно, пластина на любителя. Так, хорошо работает. Вот так поближе, что у меня получилось. Давайте я еще несколько сделаю. Так, эти маленькие рисунки. Все хорошо. Елки вот такие. Эти красивые елочки на зиму. Короче, пластинка хорошая, девчонки. Вот такая у нас сегодня была распаковка, обзор, а также тестирование. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых вам ноготочков. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.